Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Вы когда-нибудь хотели, чтобы у вас было бесконечное количество гемов? Ну и, конечно же, коинов Туалет Tower Defense. Я тоже хотел бы получить бесконечное количество, чтобы получить самых классных юнитов в игре. А если, ребят, я вам скажу, что есть такая игра, где у нас бесконечное количество гемов и коинов. Давайте мы сейчас с вами ее затестим. Так, ну что ж, ребят, смотрите, я зашел в эту игру и смотрите, сколько у меня коинов. Кстати, гемов 0 почему-то. Хотя здесь написано, что все абсолютно бесконечное. И, ребят, смотрите, у меня уже есть апгрейд дрил, есть шеф. И здесь, кстати, у нас юниты немножко по-другому работают. Смотрите, например, шеф — это секретный юнит. Здесь вот годный титан Сигма. То есть некоторые редкости поменялись местами. Смотрите, ребят, давайте попробуем мы с вами кого-нибудь получить. Тут у нас, смотрите, есть джестер какой-то, да? И давайте мы вот так вот с вами абсолютно всех вот так вот уберем. Мифики нам не нужны, нам нужны самые редкие. Давайте вот так вот будем открывать и посмотрим, кого мы с вами получим. А мифик нам не нужен, ребят, мы слишком круты для того, чтобы получать мифики, да. И давайте мы с вами вот таким вот образом будем получать годли, минимум годли, ребят, нам надо. Тут еще, да, получается, как я уже сказал, ребята, у нас юниты немножко поменялись местами в редкости. Но очень интересно посмотреть, что же тут у нас сейчас еще будет. Так, мифик, мифик, мифик. Окей, открываем дальше. Давайте посмотрим. Интересно, насколько они сильны. Смотрите, кто-то меня, походу, узнал, или что он тут кричит, стоит. Давайте посмотрим. Дальше, ребят, открываем вот таким вот образом. И легендарка мифик, ребят. Ну, кстати, заметьте, да, смотри, сколько мификов. 4 мифика мне выпало. Очень жестко, ребят, смотрите. 2 мифика. Мне, кстати, кто-то трейд кидает. Ну, не, нам надо с вами открывать дальше. Еще, смотрите, 3 мифика. Прикольно. Так, открываем дальше. 4, нет, 3 мифика. Открываем дальше. 2 мифика, ребят, окей. Ну, кстати, с этого... О, годли, ребят, смотрите. Мы с вами апгрейд титана выбили, да? Давайте попробуем мифик пооткрывать. Мифический крейт, годли, смотрите, секретный агент. Ребят, почему-то он здесь годли, не знаю почему. Надо будет сейчас посмотреть, насколько они сильны. Вот таким вот образом, ребята, дальше мы с вами открываем. Мифик, мифик, мифик. Так, тут у нас мифик, мифик, мифик. В принципе, окей. О, годли, 2 годли, 3 годли, ребят, выпало. Тут, кстати, можно получить ультимейт юнита, смотрите, 0,01%. Но, ребята, мне только выпадают годли. Давайте еще дальше с вами будем открывать. Кстати, у нас денег очень много. И, ну, типа, бесконечно. Кстати, почему я не могу отменить? Смотрите, я не могу принять, я не могу отменить. А, во, мне просто выйти надо было, да? Ладно, открываем дальше, ребят. Смотрите, снова годли. Это коррупт, кстати, заметили, да? То, что коррупт здесь годли, ребят. Так, дальше открываем. Я хочу посмотреть, насколько они сильны, ребята. Вот эти вот годли, да, которые у нас обычно мификами были, да, в Туалет Tower Defense. Открываем дальше, ребята. И здесь пока я, ну, к сожалению... ультимейт не вижу. Но, может быть, чуть попозже нам повезет с вами, а? А может быть и нет, ребят. Ну, мы сейчас с вами возьмем всех юнитов, которые у нас есть. Ну, самые такие редкие, да? И памс... О, сразу 2 годы, смотрите, ребят. Так, а что у меня этот, смотрите? Эй! Что у меня? А, вот, все нормально. У меня мышка что-то зависла. Окей, открываем дальше, ребята. И памс! Эпик, 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 мифики. Ну, слушайте, годли много выпадало. А вот, ребята... Ультимейт почему-то я не вижу. Давай, ультимейт. Ну, конечно, 0,01% шанс. Ну, ребят, смотрите, если вы будете здесь открывать вот таким вот образом бесконечное количество раз, то рано или поздно вы получите этого ультимейт юнита. И мы с вами как бы, ну, потихонечку движемся в этом направлении. Давай, 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 давай. Где мой ультимейт? Пока ультимейта не вижу, ребят. Ну и походу мне надо вот таким вот образом стоять, целый день открывать. Я не знаю, может быть, у вас, ребят, уже есть. Поэтому напишите обязательно в комментариях, есть ли у вас здесь ультимейт уже. Ну а пока кого я выбил, ребят, давайте мы с вами попробуем затестить. Так, дрила давайте возьмем. Шефа вот этого уберем. Давайте мы с вами возьмем коррупта, да? Возьмем вот этого годли. Так, Сигма у меня есть. Так, ну слушайте, у меня очень много юнитов на самом деле. Обалдеть, смотрите, сколько мы с вами навыбивали. 459, да? Если бы не удалял, у меня бы их было огромное количество. Так, давайте, я не знаю, может быть, Госта, Титан Сигма. Так, я не знаю, кто пойдет, ребята, для... О, я не знаю, может быть, шефа взять мне? Давайте, может быть, шефа возьмем. Хотя у него кулдаун, смотрите, какой-то долгий. Так, ладно, давайте вот таким составом. Окей, там вот, смотрю, со мной ребята хотят пойти. Ну-ка, давайте, ребят, смотри. О, чего? Тут можно в 20 человек, ребят.
Так, ну тут вон ребята то стоят, то выходят. 6, 7. 7 человек, ребят, это рекорд, капец. Так, а что за карта? А, ну это типа Сити, да? Так, ну слушайте, я могу ставить только Сант. Ставлю раз Санта, два Санта. Кстати, они по-другому выглядят. Смотрите, заметьте, они выглядят совсем по-другому. База у нас 200 жизней имеет, точнее. Так, ого, а что так много? Смотрите, 1500. Так, давайте тогда усиляем. Обалдеть, а что так много жизней нам? Смотрите, они сразу титанов наставили. Офигеть, ребята, смотрите, как я жестко улучшаю своих Сант. Так, а я могу же еще одного поставить? А, нет, не могу, смотрите, я могу ставить только двух Сант. Почему-то, но я их уже одного на максимум апгрейднул, ребят. Смотрите, у нас четвертая волна. Так, офигеть, а что так много денег-то? Так, я хочу поставить, например, Дрила. Я Дрила поставил, ребята. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Так, пока не могу. Смотрите, какой он большой. У кого-то тоже, кстати, Дрил есть. Жесть, ребята. Кстати, выглядят юниты немножко по-другому, заметьте. Как-то, я не знаю, почетче, что ли, или что. Так, ну 55 тысяч урона раз в 0,2 секунды, радиус 55. Это жесть, ребят. Ну, мне кажется, мы выиграем. По-любому. Давайте посмотрим коррупта, да? Ого! Нифига себе, какой он большой, ребят, тоже. Смотрите, коррупт тут большой, реально. Апгрейд, 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 апгрейд. 10 тысяч максимальный апгрейд. Что-то здесь скипается прям нереально жестко. Секретный агент, давайте затестим. Вот сюда я его поставлю. Вот так выглядит секретный агент. 2, 3. А, ну у него 3 апгрейда всего. Жесть, ребята, вы посмотрите, какую мы армию тут наставили. Обалдеть. И что с этим делать, ребят? Тут вообще никто сейчас не пройдет. Вы посмотрите, и дрилы, и апгрейд титан синего. Так, а я вот этого еще могу поставить, да? Давайте вот этого поставим. Вот так вот, ребят, смотрите, сигму сейчас апгрейдим. Все, я сигму апгрейдил. Вы посмотрите, сколько у меня денег. 225 тысяч. Давайте сейчас попробуем всю карту заставить дрилами тогда. Обалдеть, ребят, это просто жесть. Смотрите, тут никто никогда не пройдет. Кстати, я заметил, что у них нет анимации как будто, да? Так, давайте-ка мы сейчас вот сюда пройдем. Так, вот так вот. И чё? Кстати, смотрите, да, реально, у них нет анимации как будто. А сколько волн, интересно, здесь всего? И смотрите, я даже не нажимая на юнитов, вижу их всех радиус. Вот сюда ставлю еще одного. Также делаю апгрейды. Это просто капец, ребята, вы посмотрите. Памс, апгрейд, апгрейд, апгрейд. У нас вся карта заставлена. Так, ну давайте посмотрим, на туалет-то они вообще выходят или нет? Вот, смотрите, тут ребята вот стоят тоже около пещеры. Откуда вылазь туалет? И мы что-то пока с вами тут никого не видим. Эй, вылазьте. Смотрите, никто не вылазит. Они сразу же уничтожаются. А сколько здесь? А, волн? 30, ребят. Все, сейчас последняя волна, смотрите. Это у нас рарный сложность. Интересно. Вот, все, ребят, мы с вами победили. Вот, кстати, смотрите, за победу я получил 250 гемов. Хотя я думал то, что и гемы здесь у нас бесконечные. Здесь у нас Endless мод, но, походу, я не знаю, он не работает. Возможно, возможно, работает. А на что я могу потратить гемы? Наверное, вот на это, ребят, смотрите. Либо же на это, либо же на это. Да, вот, смотрите, за что-то мы с вами... Гема покупаю. Вот, наверное, смотрите, Синистер Титан ТВМН. Титан Прессент. А, вот, за гемы, ребят, реально, ну-ка. Памс. А, у меня в инвентарь он. Во, прикольно. Давайте открываем. И нам выпал, ну, обычный, да? Слушайте, прикольно сделали то, что... Ну, вот эти вот мы с вами получали как раз-таки в Новый год. Это у нас... О, тут все ивенты вот так разбросаны. А где Клок, ребят? Ну-ка, может быть, мы с вами Клока сможем найти? Блин, надо Клока тоже найти. Я хочу посмотреть, как он здесь выглядит и вообще какая у него редкость. Но что-то я здесь пока его не вижу, ребят. Реально. Похоже, может быть, вот здесь он выбивается. Как? Да, скорее всего, ребят, ультимейт здесь, наверное, выбивается. Так, что такое? Я встал кому-то на голову, он меня носит. Вот, здесь, наверное, ребят, да, вот так вот надо стоять и выбивать, ребята, вот таким вот образом в себе... Юнита, возможно, нам может тут дрил выпасть, а может, наверное, клок, ребят, апгрейд выпасть. Так что вот таким вот образом давайте попробуем до следующего видео пооткрывать, и мы с вами посмотрим, может быть, я смогу получить апгрейд клокмена. Всем, ребят, спасибо большое за просмотр, не забывайте ставить лайки. Всем пока-пока.